Всероссийский день хоккея региональное представительство спортивной любительской организации «Ночная лига» решило устроить товарищеский матч между командами МВД Республики и пограничным управлением по Ингушетии. Всероссийский день хоккея отмечается в этом году уже в 12-й раз, унаследовав славные хоккейные традиции Советского Союза. Турнир между двумя юношескими командами и тремя сборными ночной лиги организован по инициативе Президиума Федерации хоккея Республики. Для игрока команды «Динамо» Артура Балатокова эта ледовая арена уже стала родной площадкой. И в этот значимый день для каждого фаната хоккея он выступает в основном составе. Как все хоккеисты России, мы тоже отмечаем этот праздник. Приехали с Кабардино-Балкарии и... Ну, сегодня обычно я играю за Ингушетию, но сегодня пришлось играть за МВД. У них игроков не хватало. Команда пограничников очень серьезная команда, они регулярно тренируются. Ну и наши ребята неплохо играют. Сейчас начнется третий период. Мы выигрываем 8-5. Надеюсь, до конца матча все-таки выиграем. Традиция празднования Дня хоккея сложилась очень быстро, собирая на всех ледовых аренах России команды, начиная от любительских и дворовых до прославленных профессиональных клубов, для состязаний в товарищеских играх и показательных выступлениях. И эта традиция продолжает развиваться, привлекая миллионы зрителей по всей стране. Для чего они делаются? Ну, во-первых, первое, там, выявить тех детей, взрослых людей, которые могут играть, да, в хоккей. Готовится команда. У нас в Ингушетии несколько уже детских команд. Ночная хоккейная лига. И на следующий год у нас план-график провести турниры, 5-6 турниров в год. То есть это серьезное мероприятие. Я хотел бы, чтобы все больше и больше наших молодежи, ребят, дети приходили заниматься хоккеем. Такие условия, как в Ингушетии, у нас две ледовые арены, такие условия нету ни в одной республике на Северном Кавказе. Проведение подобных показательных матчей – это еще один вклад в популяризацию хоккея и воспитание нового поколения молодых хоккеистов, которые будут одерживать очередные блестящие победы. Харун Аздоев, Магомед Белакеев, Новости 24.